Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска, 2 литра вариатор. Автомобиль не полноприводный, переднеприводный. На этом автомобиле мы заменим задние тормозные колодки, колодки дисковые. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем колесо и смотрим уже и откручиваем суппорт. Поднимаем, снимаем колеса. Поднял автомобиль, открутил колесо, снимаем его. И вот он наш суппорт. Снимаем два болта на заднем тормозном цилиндре. Болты здесь на 14. А давайте не два, давайте один снимем. Направляющая смазана. Верхняя направляющая мягенькая. Я беру вот такую струбцину и струбциной вдавливаю поршенек. При этом всегда смотрите за уровнем в бачке. Чтобы жидкость не потекла, чтобы не вымазать. Колодки мы будем устанавливать фирмы Нишимба, колодочки хорошего качества, номер их идет PF2466. Один идет с пескуном, наружный идет без пескуна. Со старых колодок я переставлю радиаторы. Здесь оригинальные еще колодки стояли, но вот на колодке на Нишимба здесь есть вот такие штифты, а здесь этих штифтов нету. Для чего они сделаны, не знаю, но у нас под эти штифты нету в радиаторах отверстий. Я сейчас уберу эти штифты. Срезал я штифты. Устанавливаем радиатор и ставим на место колодку. Так, все. Опускаем наш цилиндр тормозной. Поправляем пыльник. И заводим направляющую.
Все, теперь нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, чтобы поджать цилиндрик. Устанавливаем колесо. И закручиваем его. Аналогичным образом мы меняем вторую сторону. На этом все. Колодки мы задние заменили. Всего вам доброго.